Всем доброе утро, ребят, особенно полуночников, которые сидели и играли в Бравл вчера. В общем, что сегодня? Я, как и говорил, запишу видосик по поводу утренних акций, по поводу шарика, если он будет, и по поводу прокачки 15 скиллов. Открылся на английском шарик, на русском его еще нету. Шарик бомбический, действительно. Есть камикроки. Я их уже забрал благодаря плюхам, которые меня сохранились раньше. То есть не удаляйте плюхи, если у вас они остались, не удаляйте их. Вам будет попроще собрать следующий такой же шарик. Вот с прошлого года остались плюхи, и, соответственно, я сразу же, видите, забрал камикроки себе. Что по шарику? Обалденный шарик, есть скины, очень, скажем так, неплохие для бездоната, но это все такое самое основное здесь. Несмотря на первый, на второй пункт, где, по сути, ну, такие герои, которых, ну, как вам сказать, которые, в принципе, есть, но ресурсы экслим не оправданы. Ради двух камней для бездоната, ну, вот эта вот тема вообще бессмысленна. Бездоната даже 14 скиллы, я больше чем уверен, что 99% не могут прокачать, потому что надо хорошую линейку с очками, ну, с прокачкой, со всем. Здесь, в принципе, можно слить вальку, получить сумки. Эти сумки тоже классные. Но вот самое основное, вот здесь, вот третий пунктик, не знаю, будет ли оно на русском сервере, но я думаю, на остальных серверах то однозначно будет, а то обычно на русском обмен просто игнорируют. Если вы без донат, не поленитесь, прокачайте того же самого Паладина и Черепа, я думаю, можно таких героев слить ради того, чтобы получить Космо. Да, это два героя, но я у себя буду стараться сейчас, если оно появится. Я не знаю, сколько дней, здесь 4 дня, за 4 дня попробую сделать эволюцию двум героям, прокачать их, чтобы получить реально Космо на халяву. Ради этого, ради таких вот именно обменов без донатов реально стоит посаморачиваться, потому что Космо офигеннейший герой. У кого его нету, да, он стоит копейки для доната, но для без доната это реальный шанс получить этого топового героя. Ну, здесь без комментариев, 5000 камней, 200 санкций ради 10, это бред. Также здесь есть скин сразу же на Космо, который тоже, в принципе, можно без проблем получить. Тоже офигенный обмен. Так, надо вот обменивать камешки, которые у меня есть. То есть такие плюхи здесь. Если бы изначально у меня на многих аккаунтах просто оккультист есть, но если бы они хотя бы изначально рассказывали за то, что будет обмен за плюхи определенные, там, допустим, многим надо фобушка, смертушка, 5000 камней, опять же, для безната дофига, но вот разбавлены генты у многих есть, потому что синих реагентов нету. Плюс еще вот такие вот сундучки. Получить оккультиста, я считаю, это тоже очень офигенный бонус. Ну а теперь поехали бомбить. Начали продавать вторые камни. Как я говорил, на одного героя надо 6 штук. Это минимум 100 баксов. Где там этот пак? Вот этот пак. 100 супер пэта нового обезьяны. 6 камней за 100 баксов. Ну, AGG, я вот понимаю все. Вы хотите, чтобы вам донатили, вы хотите бабла, но вы ни хрена не делаете для этого. То есть вы с каждой обновой все убиваете. Прокачка 15 скилла, ну, я скажем так, ну, 15 скилл это 100 баксов на героя, вот при таком раскладе. 100 баксов на героя, вы что, бахнулись? Там что, блин? Просто мега бомбические какие-то статы,
какой-то эксклюзив, ну я не знаю. Через месяц, ребята, эти камни будут стоить там ровно 20 баксов, а то и 10 баксов. Понятно, типа 15-й скилл первый. Ну вы, блин, всраете игру, и вы сейчас хотите, чтобы вам донатили на вот это. Да никто его брать не будет. Я не знаю, каким надо быть фанатом уже после вот таких вот обновлений, которые в последнее время были. И судя по тому, куда катится игра, покупать за 100 баксов, ну понятно, если вы новичок, вот они, наверное, делают ставку на это. И люди это будут брать. Возможно, кто-то будет брать. Ну, это просто бессмысленно, потому что игра себя убила. Не игра себя, они убили игру, которая была действительно классной. Бред. Вот реально просто самый настоящий бред. Даже брать вот эти вот большие. Ну, не знаю, честно. 50 камней, 800 пыльцы. Ну, пыль нужна будет на следующую обнову. Ну, большой пак еще куда ни шло. Но вот пихать вот такую вот хрень, это просто бред. За 100 баксов вот можно кучу расходников получить, кучу героев топовых. И нафига тебе 15-е скиллы, если они там, по сути, прибавка вообще ни о чем. Да, можно прокачать, но можно до 15-го скилла прокачать. Все. Дальше это просто бессмысленно. Что у нас еще есть интересного сегодня? Spend Games. Ну, трата ни о чем вообще. Герои тоже найм ни о чем. Нету у нас сегодня коллекционера, как хотелось. Так, сейчас пойдем посмотрим еще другие серваки. Ну вот ради чисто космо обмена стоит заморочиться. Вот кому он нужен, не поленитесь, потратьте самоцветы, пофармьте там квесты. Есть также сегодня шопинг спри, его тоже обновили, добавили сюда божество. Ну, такие плюхи, честно скажу. Камешки уже по 10-50 пыльцы тоже добавили. Ну, такое, по расходникам, не знаю, бывало и получше. Ну, есть возможность дособирать он Мари 60 штук. Так, также у нас есть сегодня хватайка. Поехали, заберем. Ну, хватайка та же, она не поменялась. Кому повезет и вытащит 30 жетонов, тому реально будет круто сегодня, потому что за 30 жетонов вы сами видели, какие плюхи. Это реально. Ну, все остальное вроде то же самое. То есть ничего такого нового. К счастью или к сожалению, нету. Такс. Поехали глянем другие серваки. Угадайку, я не знаю, или сегодня попозже проведу, или завтра уже с утра, потому что не выспанный. Поехали на немецкий сервер глянем. На немецком сервере, ребят, новый календарь. Я вчера его показывал. Реально бомба. Ну, как обычно, на немке есть, на других серваках запустят, наверное, аж весной. Это неудивительно. Такс. Тут тоже ничего не продают, и тут вообще ничего не продают снова. Ну, здесь в 10 часов будет обновление сервака, но сюда надо заходить и забирать. Через 8 часов у меня следующий этот. А тут ничего нового такого нету. Но я думаю, если... А, я сейчас гляну, кстати. Или он после 10 запустится. Шарик. А шарика еще нету. Вот, если на немке будет такой шар, однозначно буду его фармить. Ну и возможно на этом, на сардельке. На русском сервере тоже. Потому что это реально тема офигенная. И для тех, у кого нету космо, это просто бомбический шанс, я имею в виду, без донатов. Донаты, то понятно, могут купить за 100-200 рублей. Именно тех, кто играет без доната. Это очень круто. Такс. Да, здесь надо ждать обновления.
Тут даже острова нету. Поехали глянем. Чекнем Тайвань, что там интересного нету. И ждите сегодня офигенных видосиков. Сейчас надо будет еще ребятам поролить, но надо сделать кофейку, и мы приступим. Так, что-то здесь было. Дало обновление. Или это просто так было? Так, смотрим, что на Тайване. По 1004 карты. Да, вот тоже 100 баксов, даже больше, чем 105 штук, а надо 6. То есть, как минимум, вам придется 2 пака купить, либо там собрать. Ну, бред. На что они надеются, я даже, честно говоря, не знаю. Как по мне, это реально бредняк самый настоящий. Делать 15-ю прокат. Ну, это как обычно. У них свои какие-то, не знаю, планы, еще что-то, но на это смотришь и просто улыбаешься. Но я надеюсь, что на русском сервере будет хотя бы обмен с таким шариком. И действительно, мы сможем собрать. Прокачать там паладина. Ну, да, вы потратите там самоцветы, вы потратите ресурсы. Но за 4 дня, думаю, это вполне окупится потом этим героям. Так, что у нас на русском? Побегу дальше. На русском вообще печаль. Вообще ничего нету. День замка владельца. Войди в игру. Бинго. Карта богатства. Парящий остров. Да, ничего такого нету. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите сегодня обзорчик еще героя на максималке. Расскажу, покажу вам, как его использовать. Плюсы и минусы для бездоната. Все, всем удачи и всем пока.